Всем-всем огромный привет! Хочу показать свой небольшой заказ в компании Faberlic по четвертому каталогу. В этом каталоге на серию Ля Крем или Ла Крем была акция. Если взять два средства, можно по выгодной цене. Знакомая у меня выбрала вот такой питательный крем-гель для душа. Он идет с миндальным молочком и молочными протеинами. Пахнет миндалем, такой немножко как ореховый аромат. И второе средство, обычно мыло не входит в такие акции, но тут оно входило. И вот оно шло тоже по акционной цене. И у меня вот подружка взяла как бы вот такую парочку. Очень выгодно. Также в серии Faberlic Оранжери можно было выбрать из 8 средств набор. То есть 4 геля для душа были представлены и 4 жидких мыла. И тоже можно было не одной серии взять, а комбинировать. Пион и лилия – это гель для душа, который выбрала у меня знакомая. Приятный аромат пиона. Я вообще сама очень люблю аромат пиона. Вот лилию я понюхаю, потому что можно. Лилия, может, и есть отдаленно, но как-то вот впереди аромат пиона очень приятный. И второе средство, которое она выбрала, роза и сандал, жидкое мыло. Мне кажется, в этой линейке это лучший аромат. Все остальные тоже неплохие, на любителя, но неплохие. Но вот что-то роза прямо меня впечатлило, очень приятный. Или аромат сандала так украшает ее. Замечательно. Поэтому даже те, кто не любит розы, я слышала много раз, девочки говорили, что тут классно, очень приятный аромат. Также через какой-то интервал определенный подружка берет своему сыну все 3 зубные пасты астронавтики. Любит он у нее все 3. У меня Максимка сам вырос, можно сказать, на этих зубных пастах. Они неплохие, дети их любят. Вот эти 2, которые... Созвездие Бубуль Гум и Фруктовая Галактика 3 с плюсом, они безопасны для проглатывания. А Клубничная Комета, она идет от 6 уже лет, но ее желательно уже не глотать. Она не для самых маленьких, а рассчитана уже на более взрослого ребенка. Следующее, хочу обратить внимание, в каталоге номер 4 была хорошая акция. Вот такой вот бонус. Порошок в мини-упаковке всего за 45 рублей, если вы берете на 299 рублей сумма. Я не помню, сколько я набрала порошков. 3 или 4 мне можно было взять. Но что-то я вот тут растерялась и взяла всего 2 по этой акции. Правильнее-то, наверное, было взять все, которые они там... причитались по акции, потому что этот порошок, он хотя вот совсем крошечный, тут 100, по-моему, миллилитров, но одна такая крошечная пачка, она 120 грамм, и одна такая крошечная пачка, она равносильно 450 грамм обычного стирального порошка, потому что он концентрированный. Вот я взяла себе 2. И взяла себе универсальный жидкий спрей пятновыводитель. Мне он очень нравится. Он, конечно, не справится с пятнами от масла, ну, например, подсолнечного, но жирные пятна он их оставляет. Но пятна, которые от еды, от каких-то там, ну, более загрязненные места, воротнички там, может быть, вот у меня ребенок ходит в школу, у них воротники пачкаются быстро, но еще хуже пачкаются вот эти места по рту. Вся рубашечка, особенно светлые рубашки, они просто бывают черными, потому что карандаши у них все вот это на парте находится, и рубашки приходится прямо вот конкретно сначала вот это вот средство наносить, а потом уже в стирку закидываешь и порошок туда заливаешь. Вот это средство мне нравится. У меня в пустые баночки одно такое ушло. И вот на замену взяла еще одну. Можно было бы и 2 взять, а я почему-то растерялась. Вот. Чуть-чуть подвину.
Так, и еще была очень хорошая цена в четвертом каталоге на, как они называются, переводные наклейки для дизайна ногтей. У меня сестренка маникюристка, но она взяла это не для клиентов, а для себя, потому что говорит, очень красивый дизайн и смотреться будет хорошо. Вот этот вот очень интересный, он прямо с маками. Видите, какой интересный. А этот такой пион или что там, мне кажется, тоже даже маки. Да, тоже даже маки. Красивый. Прямо. Я сама засмотрелась. Весь заказ у меня был на... В общем, по всему заказу я заработала один вот такой купон на весенние покупки на 250 рублей. Мне его тоже выдали. Еще в заказе была футболка для моего ребенка, но она пошла автозаказом. То есть мне ее сегодня не прислали, к сожалению. И также приехал ко мне пятый каталог с Ренатой, да? Каталог я уже полистала, кое-что мне там понравилось. Так что, наверное, будет заказ. По четвертому я думала, заказа у меня на самом деле не будет. В последний момент буквально заказывала, потому что подруга набрала заказ. Я сама себе взяла, по сути, только порошок стиральный и пятновыводитель. Вот. Потому что все есть, вроде ничего особо не надо. Ну, может быть, даже и хотелось бы, но когда все есть, уже рука не поднимается что-то покупать лишнее. Все, вот на этом был весь мой заказ. Футболочку я покажу, наверное, чуть позднее, может быть, даже во влоге, может, отдельно покажу. А сейчас хочу со всеми попрощаться. Всем приятного времени суток, всем до новых встреч и всем пока.